Так. Вроде здесь ничего нет, да, такого? Не имею в виду никого и ничего. Хотя бы какие-нибудь детальки, блин, дали. Не детальки эти. Или, может, я что-то пропускаю, конечно. О, смотрите, карта, что ли? Да, шприц, наконец-то. Карточка. Так, ладно, теперь нам нужно... Да, патроны. 3 патрона. Слушайте, я уже радуюсь каждому... 3 патронам уже радуюсь. А там как распределяется? Там на все дробовики идут? Так, здесь 4, максимум 6. Качать не надо. Качать надо, но, блин... А, все, смотрите, жижа вот это появилась, видимо, он уже сдох. Дробовик очень мощный, но надо экономить, я советую. Так, а что-то я не подобрал, что ли? Так, ну что, погнали дальше. Так, вот там вроде не собирали, да? Ладно, сейчас, если что, прямиком... Вот сюда. Фу, круто. Что за звуки? Опять эти пилюльки, блин. Патроны давайте, блин, а, достали. О, чувак. Ну ладно, мы его не будем бояться, он бы нас, если чего, уже давно. Ну, это заскриптовано, короче. Опять вниз. Как мы уже низко спустились? О нет, квадратная комната. Щелочка какая-то. Не, ну если никто не выскочит, то так не очень круто будет, если мы будем смотреть. А там еще есть. Да быстрее уже. О, да, ящики. Видимо, нас сейчас будут какие-то задания, что ли, давать. Мы поднакопим на патронах. О, ну почитаем, что тут у нас. Это возмутительно. Ушла в лучший мир. Что за лицемерие, что за тупой святош. Я знаю правду, я знаю его лучше, чем он сам. Так. Лаура жива. Так, отлично. Ничего. Какие-то странные знаки. Смотрите, мозг. Шестеренка какая-то. Это что такое вообще? Ё-моё. Что это такое вообще? А что тут делать-то? Вот. Так. А что, надо выбрать знак, что ли, какой-то отсюда? Шестеренки, да? А, ясно. И чё? А, ну все, мы открыли что-то, да, дверь какую-то. Или чё, куда теперь? А, сюда, наверное, смотрите. Угу. А, ну, видимо, нам нужно будет типа испытаний, что ли, каких-то. Simulation of subject's consciousness. Initial symptoms: sharp pain and brainstem centered on
surgeon. Hemorrhaging is capillary styling. Over time, degradation of the ego generates strong suicidal tendencies. But not me. Something keeps me from staying completely within. Вон там рисунок нарисован. Блин, вообще я не очень так помню. Ну, резко запоминать, чтобы я запоминал. Я не очень так запоминаю. Блин, что сказал? Короче, я не очень по памяти-то. То есть, зрительная память. Ну, в принципе, нормальная такая. Вот тут все ясно. Так, а что такое? Да ладно, тут вообще ничего нет. Да вы гоните. Так, изучаем. Так, вон там какая-то хрень. Ну, наверное, четкие рисунки какие-то нужно смотреть. Так, ну, если что, нажмем, вспомним так. А, ну вот, цветок там был этот. А, ну все, выход, да? Так, и чё? Ой, блин. Чё за фигня? Психанутая игра, честно. Да открой быстрее. Блин, так. Ух ты, фига баночка. Офигеть. Ну, тысяча неплохо. Опа, кто это там? Джозеф. А, это наш чувак с первой части. Ну, в смысле. И что ты его сделал? Он в ванне лежал так. Спокойно. Thank God you're okay. I don't know what I am, but it's definitely not okay. You brought me here? Jesus, what happened? My head feels like... You hear that? We need to get out of here. Mm-hmm. Там баночка стоит. Yeah, I... Joseph. Только не говорит, что мне его надо нести с собой. Так, пробел удержать, лечить спутника. О, медикаменты при этом не используются. Это круто. I've still got a little fight left. Подкачали его, да? Так, фонарик, я думаю, стоит убрать пока что. Так, и... А, нет, давайте посмотрим, все-таки здесь... Что-то не очень видно, что тут есть. Так, ну, вроде бы тут... Шум, например, звуки, может привлечь внимание врагов. Что мне прикажете делать? Я не хочу открывать двери потихоньку. В принципе, можно открывать. Ух ты. Шкафчики. А, я думаю. Ну, в них залезать не надо, в принципе, да, я так понимаю. Хотя бы звук пострашнее сделали. Даже не испугался. Ну и хорошо. Че, лишь. О, патроны, супер. Патроны. Еще давай патроны. Здесь вообще ничего нет. Здесь тоже. А сколько их, кстати? Ага. О, опять это баночка. Уже 11 тысяч. Опять патроны, круто. Два патрона. Так, ну что? Давайте-ка перезаряд сделаем. Здесь ничего. Дальше сделаем еще перезаряд, наверное, здесь тоже. Не, здесь не надо. А, подождите, максимум 6. Это все в сумме или это именно вот... Так, это я не то что-то выбрал. А, да, смотрите, можно перезарядить. Ну и круто. И пистолетик, шприц пока не будем.
Мы его на крайний случай... Ёп, громко сделал. Ну ладно. Так, а это нафига поджигать? Это нам не нужно поджигать. Хотя это если... Не знаю, для чего это вообще нужно поджигать. Ну это если, например, наверное, кто-нибудь за тобой гонится, хотя вряд ли. Не знаю, для чего. Так, а что у нас здесь? Кто-то шипит, да? Ёп, ты посмотрите. Ё, нифига их там! А давайте подожжем, кстати. Пробуем, ну-ка. Ну! О, круто! Эй! Так вот для чего эти. Вообще класс. Там кто-то еще есть. Давай, иди. А что, поджечь еще раз можно? Давай, иди, иди. А, там наш чувак палит. Иди, иди. Долби по нему. Неохота спички тратить. А что тут подобрать можно? А, вот. Граната. Кстати, сколько у нас гранат? Две штуки. Это очень круто. Против толпы будем использовать. Ну или такие пятна. Бензин или масло, что это, не знаю. Так. Здесь ничего вроде интересного нет. Хотя вот что-то есть. И вот там я вижу патрончики уже, да? 4. 4 на пистолет. Уже 14. Супер. Нам дают передохнуть, да? Я так понимаю. А, у нас фонарик даже горит. Не видно просто ничего. Так, а что у нас тут? Так. Одна спичка осталась. Нет, поджигать нет. Так. Так, здесь ничего. То здесь есть что-то, да, патрончики. Еще 30. Вы посмотрите, офигеть. Ну, они у нас за раз кончатся, если мы повстречаем очень много, большое количество врагов. Шприц! Твою дивизию. Ёп. Давай! Нет! Офигеть! Мне хоть на него патроны тратить. Вот для чего их поджигать-то. Они оживают. Ну, вроде не должен больше жить. А он там я пропустил. Блин, я застрял. Я хотел поскорее его поджечь. Ну, ладно. Так, у нас спичек мало. Так что... Блин, опять вниз. Ну, ладно. В принципе, не так-то и... Я думаю, пугающе. Так что... Опа. Так, а здесь у нас... Чем мне делать? Давай обезвреживаем, я тебе сейчас подмогу. А, нельзя стрелять. Или можно? Ну, значит, никто сейчас не появится, да? А то обычно, знаете, как бывает в играх. Пока обезвреживает кто-то там, нужно отстреливать кого-нибудь. Так, так, а вот и... Угу. Что-то стало. Так. Прикрываешь, что ли? Так. Ну что тут? Эй. What is it with this sound? I thought it was something electronic.
Joseph, after Connolly, I thought... I don't know what came over me. I haven't been feeling well, but... Look, let's just get out of here. There's something wrong with this place. Да, что-то здесь не то. Так, а здесь у нас вроде ничего нет. А, наверх. Стоп. Только наверх, да? Так, ну ладно. Посмотрим, что у нас тут. Так. Угу. А у нас там дверь какая-то. Свет. Да неужели свет горит? Так, а что-то нельзя. Кстати, что у нас по деталям там можно? Блин, у нас деталей вообще нет. У нас только один болтик галимый и все. Почему-то. О, сохраниловка. Ну-ка давайте. Всегда рекомендую вам сохраняться. Так, а у нас, по-моему, ключ там был, да? А чё всё такое чёрно-белое? Так, такое... Так, он... да, у нас есть ключ, так что, надеюсь, вы нам дадите очень много патронов. Давайте. Типа, любой можно? Да, ящик, давайте. Да, патроны, круто. А, смотрите, их типа бесконечность можно тут брать, ну, в смысле, до предела. Так что давайте. Чё-то как медленно он ходит. Пятнашка у нас уже на пистолете. Так, а нам там не пройти, я думаю. Так. Или пройти. А, давайте здесь. Медленно, очень медленно. Меня это не устраивает. Так, ну ладно, тут открыто. Хм. А чё со стеклом? Почему оно не такое? Эх, так, 12 тысяч. Давайте качнем. Здоровье будем? 10 тысяч. Да, ну, упали, что ли? Пушки давайте качать. Значит, урон. Емкость на дробовичок. Давайте-ка... Множитель урона 8000. Емкость магазина. Блин, нахрена так дорого-то. Уровень. Емкость магазина плюс 1. Запасы. Что такое? Патрон для пистолета. Патрон. Максимальный носитель. Для шприцов. Так, давайте, знаете что? Качнем. Так, а что такое? Ой, не-не-не-не, стоп, нет. Я не то хотел. Так, давайте-ка, значит. Максимальный носитель запас для дробовичка. Давайте качнем. И прокачаем также дробович. Так, а здесь у нас что? Дальность, время перезарядки. А почему нету это время? Ну, типа... А, вот, наверное, в запасах. Нет, тоже за... А, вот, есть. Значит, что-то написано. Увеличит максимальность. Увеличение максимально носимого запаса болтов для арбалета агония. Для любого болта, я так понимаю, да? Да, давайте-ка. И для... Офигеть, 6000 для дробовичка. Запас, боезапасы для дробовика. Так, а это у нас было... Максимальный запас для дробовика. Качаем. Все, супер. Блин, надо было шприцов. Хотя пофиг. Шприцов, кстати, у нас сколько там? Две штуки, это круто. А как выйти-то отсюда? Хм.
Интересно. Очень интересно. А почему сохраниться нельзя? А что это вообще за место? Почему сохраняться нельзя? Сейчас телка повернется, наверняка жесть какая-нибудь, жопа будет. Чё за... Чё-то какой-то жопа какая-то происходит. Да, шикарно зашел. И что делать? Фрагмент 7. Типа туда идти. А, это этот. Чувак наш. Давай, выскакивай. Давай. Эй, я прокачался или нет? Ну-ка, подожди, давайте вернемся. Да, 300. Я думал, мало ли, сейчас ничего не сохранилось. Так, ну что? Новая ячейка. Да, не перезаписываем. Перезапишем. Принимаем. Да. И так, на этом пока все. Всем пока.